А здраньки были, граждане и гражданки, с вами я, Мариту Русавый, у меня на канале и смотрите рубрику «Грёбаные ЛБЗ», и это все еще мой бедный многострадальный твинк, на котором есть танчик под названием Т-28, и, в общем-то, пытаюсь, по-моему, у меня уже где-то предтоповый, что ли, топовый, откровенно говоря, не очень сильно помню, но это не суть. Попадаю я, как видите, достаточно неплохо против пятерочек, что ему, в принципе, вполне позволяет достаточно неплохо себя уверенно чувствовать и даже нагибать. В общем-то, непонятно, зачем только что мои союзники стреляют по мне, в общем-то, наверное, чтобы я отсюда отвалил, ну и мне, в принципе, по барабану. Что же у нас за гребаный ЛБЗ? Гребаный ЛБЗ под номером 5 называется контрразведка. Что же нужно сделать? Выстрелом или тараном нанести урон легкому танку противника. В принципе, и все. Поскольку это, ну, как бы я говорил уже, что это ЛБЗ на штук 4, то есть сам первую машинку, ну и соответственно выполнять его можно на самых первых танчиках, то есть вот в данном случае это 4-й левел и вполне так себе нормально, уверенно это выполняется. Но естественно, что я хочу выполнить это ЛБТ плюс еще дополнительные как бы условия, а нужно выжить в бою, ну поэтому будем стараться, в общем-то, все сделать для того, чтобы выполнить ЛБЗшку и еще и остаться в живых. В общем-то, помню я, что у нас тут... Опачки, здорово, дружище! Ну, к сожалению, промахиваюсь я. В общем-то, вот она у нас тут за кирхой или за костелом стоит у нас Т-67. И, естественно, он отгребает... Ой-ой-ой-ой, я его еще и даже не пробиваю, а он... Ой-ой, какой я косой, боже ты ж мой. В общем-то, он пытался довернуть до меня башенку, но ему это, в общем-то, не удалось, потому что я отскочил и, в общем-то, победил его. И вот уже у нас второй фраг, в принципе, только что уходит как раз легкий танк ПЗ-38Т. Неплохой, кстати говоря, танк. Мне, в принципе, в чем-то он даже нравится. Так, ну что, что у нас тут? Ага, у нас просто противники уходят в ангар, но, тем не менее, все равно, посмотрите, складывается, да, в общем-то, не в нашу пользу. Хотя по ХП мы, конечно же, команда немножечко нагибаем, но по численности танков, в общем-то, как бы отстаем. А на самом деле, вы же знаете, недобитый фраг очень и очень грозен. И вижу я чинушу этакого. В общем-то, естественно, как же не пострелять по его толстой, но... тушки, но, кстати говоря, не очень-то защищенной броней. Тем более, стоит он ко мне бочком. Ну, еще бы лучше, если бы он еще и повернулся рачком, в общем-то, вообще было бы неплохо. Но, тем не менее, я добиваю, в общем, его, и, соответственно, мне приносит третий фраг. Да, кстати говоря, основное это условие я уже, в принципе-то, выполнил. Я же убил легкого танка. А вот, так что, ну, смотрим, что тут у нас еще. Видим Б1. Ну, естественно, как же в него не стрельнуть, жалко только что... Ой, второй раз я уже не смог пробить его, и его уносит в ангар, в общем-то, от меня. Кто его там штук... Нет, Су-85, да. Ну, ПТ-шечка наша его, в общем, доколбасила. Так, вижу, что уже происходит захват базы, и, в принципе, это все... противники с этим ничего уже поделать не могут, поскольку преимущество на нашей стороне 9-7. Ну, конечно же, пострелять по Мардору это... Это очень и очень сладко. Жалко, что, к сожалению, не всегда я попадаю. Вот это вот беда на... Да что такое, блин? Вот это беда, на самом деле, советских танков. Потому что очень и очень там неточное орудие почему-то поставлено. Вообще я не понимаю, наши танки должны нагибать. Я, конечно, понимаю, что тогда никто другие нации не качал бы. Ну, откровенно говоря, ну давайте уж по существу. Ну, правда, ну вот, хотя, откровенно говоря, Т-28, ну, он не должен нагибать на своем уровне, потому что танк-то, откровенно, куда ты поехал, Черчилль, вернись, я все прощу. Танк-то, откровенно говоря, так себе, ну, был исторически, однако в игре он реально гнет, вот. Ну, ай-яй-яй, не успел я его, в общем, добить. Так, арту, ну, вот я полез тут за артой немножечко. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, по щам получил, беда-то какая. В общем-то, во время финской войны он себя зарекомендовал, как бы, ну, то, что он снег хорошо расчищает, это да. А вот как танк, в принципе, он себя явно не проявил. Ну, это и понятно, в принципе, это лабуда просто огромная. Вот, посмотрите, то есть никаких тут... углов склонения, то есть ничего такого нет, то есть прямоугольники и, в общем-то, которые должны принимать в себя все и вся. Ага, вот вижу штуга.
пытаюсь ему накернить, не попадаю, а у нас уже захват базы. Поэтому, в принципе, ну что, я выполнил основное, выстрел таранным, нанести урон легкому танку противника, выполнен. Выжил, значит, все, ЛБЗ как бы пройдено, поэтому... Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, всем до встречи!